У нас стратегия – это только мужчина и женщина, они вот мелкой шкуркой шкурить, овцу стричь. Вот за все эти 25 лет я постоянный переводчик с бизнесового на айтишный и обратно. Мы стали работать гораздо больше, фактически 24/7. И грань между рабочим и личным пространством вообще исчезла. Я бы сказала, что вот вахта, она, я вам хочу сказать, лучше, чем дистанционка. Так, чтобы полностью отключиться, нужно куда-то там на гору уехать. Привет, меня зовут Юлия Варшавская, я главный редактор Forbes Woman. И сегодня мы в гостях у Ольги Наумовой, заместителя генерального директора компании Solers. Год назад мы уже разговаривали с Ольгой, когда она только уходила с поста генерального директора «Магнита». И после этого интервью Ольга стала примером для очень многих женщин в России. У нее действительно уникальная судьба и уникальная карьера. И сегодня мы пришли к ней в гости, чтобы поговорить об этом. Ольга, здравствуйте. Я, как всегда, очень рада с вами снова встретиться и сделать большое интервью. Спасибо, что вы согласились и нашли время. Спасибо вам, Юля. Тоже очень рада вас видеть в наше такое непростое время 2020 года. Да, и на самом деле мы с вами последний раз общались практически год назад, когда мы сделали большое интервью сразу после вашего ухода из «Магнита». Как для вас, помимо пандемии, прошел этот год? Что с вами происходило? Вы знаете, год очень-очень активный, очень разнообразный. Для меня вообще вот это, все эти изменения позволили, наверное, посмотреть на мир более широко, общаться с большим количеством людей и одновременно начать заниматься целым большим кругом проектов. На сегодняшний день я и в цифровой трансформации, и в стратегии группы компаний Solers, и, с другой стороны, руковожу логистическим цифровым оператором Loros, и еще, ко всему прочему, в нескольких советах директоров не фуд-ритейла и FMCG-компаний. И есть еще параллельно какое-то количество проектов, консультаций. В общем, вокруг жизнь кипит. Оказалось, все очень и очень интересно. В том числе, мне кажется, что даже этот 2020 год в определенной степени тоже дал импульс многим возможностям, новым идеям, проектам, ускорил какие-то тренды и особенности, ну, особенно в столь любимой мной цифровой трансформации. А вы спустя год как-то по-другому уже оцениваете все события, которые тогда произошли, ваш уход? Или какие у вас вообще ощущения спустя год по поводу ухода из «Магнита»? Ну, вы знаете, мне кажется, что сами по себе предпосылки, так сказать, они остались теми же самыми. Определенные разногласия по тому, как компания должна развиваться, что реализовывать. С другой стороны, меня радует то, что та стратегия, которая была принята советом директоров, и целый ряд конкретных, интересных, важных проектов, которые мы в «Магните» стартовали, они были в течение этого года доделаны, реализованы. Это категорийный менеджмент, развитие собственных торговых марок, программа лояльности полностью развернута. И все это дало хороший эффект. И я рада, что последние два квартала «Магнит» очень хороший показывает результаты. Я считаю, что это большой кумулятивный эффект нашей хорошей команды, потому что, в принципе, конечно, было очень важно создать фундамент для того, чтобы такую большую компанию, как «Магнит», можно было развернуть снова лицом к покупателю. То есть вы следили за тем, что там происходило, все равно как-то держали руку на пульсе? Ну, вы знаете, я все-таки работаю до сих пор с компаниями B2C-сектора. Мы все в одном большом потребительском рынке. Это просто невозможно не замечать, что происходит с гигантами потребительского рынка, фудового ритейла, других крупных компаний. Мы все друг с другом, конечно, активно общаемся, и мне, ну, действительно, какие-то вещи кажутся важными и нужными
в этом секторе. Не могу не спросить, потому что недавно в интервью Financial Times ваш бывший уже коллега Ян Дюнинг сказал, что тогда у вас были культурные противоречия, культурное несоответствие. Кажется, он так это назвал. Как вы можете прокомментировать его слова? Ну, вы знаете, конечно, мне сложно со своей стороны предположить, что именно он вкладывал в это понятие, но, наверное, действительно определенные культурные несоответствия у нас есть. Ну, прежде всего, на самом деле мы говорим на разных языках, причем в буквальном смысле этого слова. А это важно. Вы знаете, для меня было удивительно, когда мы стартовали как раз совместную работу с Яном, выяснить, что на самом деле за почти 17 лет работы в России, он по-русски не говорит, и для него, в принципе, вот есть определенный такой барьер. На мой взгляд, для работы в регионах, для работы с разными направлениями в ритейле очень важно, в принципе, вообще взаимодействовать с покупателями, с персоналом, быть в полях и иметь прямую возможность понимать культурные особенности, различия, общаться просто с людьми, с персоналом магазинов, опять же, с теми же клиентами, с супервайзерами, с региональными менеджерами, потому что это прямой контакт. И для ритейла вот этот вот контакт, это понимание культурных особенностей, нюансов, моментов. Конечно, международная экспертиза тоже важная история, но мне кажется, что важно понимать людей. Ну и, конечно, несколько разные у нас с Яном представления по поводу diversity и лояльности или ориентации на результат. Я бы сказала, что для меня крайне важно работать абсолютно со всеми. Мужчины, женщины, возраст, какие-то разные профессиональный опыт, особенности. Все, на мой взгляд, хорошо складывать команды из людей с очень разными собственными качествами, свойствами. И только из разных людей и в режиме определенной такой дискуссии, споров рождаются хорошие, сильные команды. Это настоящий такой лего-конструктор. Потому что мне кажется, опять же, что важно именно, чтобы люди были разные, чтобы у них были разные мнения, а не удобные и лояльные тебе привычные, так сказать, менеджеры. Это, наверное, такие важные разнообразия и аспекты. Прежде чем мы поговорим про то, чем вы занимаетесь уже сейчас, я хотела спросить о ваших впечатлениях, о том, что, собственно, в карантин и в пандемию происходит вообще с ритейлом, потому что кажется, что именно эту отрасль больше всего затронула в хорошем смысле, потому что какие-то сети выросли в целые гиганты, кто-то даже пытался какие-то стать монополистами. Вот что, на ваш взгляд, произошло с этим рынком за время пандемии? Знаете, мне кажется, есть несколько моментов. Во-первых, из-за того, что люди оказались закрыты, наши клиенты перестали пользоваться традиционными сферами интертеймента, хорикой. Весь этот спрос, он попал непосредственно в магазины, прежде всего в магазины у дома, и, соответственно, они получили такой невероятный всплеск лайк-фо-лайка. При этом со своей спецификой, с сокращением визитов, с увеличением больших покупок. Конечно, фантастический совершенно акцент во всех сферах, а в фуд-ритейле также возник в онлайне. Никто бы не мог подумать, что мы, так сказать, вот неким таким щелчком такой гуманитарной катастрофы ускорим этот переход в онлайн, в том числе в фудтехе. Именно те компании, которые первые начали этот сервис оказывать еще до пандемии, конечно, оказались тоже в большом плюсе. С другой стороны, я, конечно, хочу тоже сказать огромные слова благодарности тем людям,
300-тысячному коллективу «Магнита», почти такому же коллективу родной тоже «Пятерочки». Потому что это тоже люди, как и медики, которые оказались на передовой самого частого контакта, в том числе, к сожалению, с коронавирусом. И я действительно считаю, что они большие молодцы, и то, как организовали взаимодействие, люди, которые действительно смогли работать 24/7 для того, чтобы обеспечить доступную еду по всей территории России. Ну, я считаю, это очень тоже важный аспект, который иногда мы не обращаем на это внимания. Все кажется естественным. А вот то, насколько вы, например, там год назад, когда еще никто не знал, что будет пандемия, представляли себе, как должен развиваться ритейл в принципе, сегодня, вот вы понимаете, соответствует тому, какие потребности у нас возникли в связи с пандемией. Вы вот так видели развитие этого направления? Вы знаете, я уже говорила о том, что во всех сегментах, не только в продуктовом ритейле, не только в ритейле целиком, мы увидели гигантское ускорение цифровых процессов всех. Это действительно, то есть все то, что было задумано, запланировано бизнес-планом, там, типа, последовательно 23-й, 25-й год, иногда даже там, 27-й год, мы видим как катализатор этого года. С другой стороны, отдельные направления, например, компании, которые ориентированы на высокую частоту контакта, на ежедневные свежие продукты, ориентированные на конвениенс в больших городах, наоборот, пострадали от того, что люди уехали, они стали меньше ходить, у них поменялись привычки закупок. И это, конечно, сильно повлияло на ready-to-eat, ready-to-go, такие импульсные покупки. Но эти категории, наоборот, пострадали от того, что произошло. Очень много вопросов сейчас по поводу готовности. Ну, наши люди стали гораздо больше готовить, кулинарить. Я считаю, что вот этот вот момент, знаете, когда вы на карантине, во-первых, все готовят и радуют, и вообще еда является одним из источников позитивных эмоций. Вы готовили? Вот, тоже, конечно, обязательно. Но я вообще люблю готовить, не только на карантине. У меня, ну, вообще семья такая любящая и кормить, и готовить, кормить гостей и так далее. Ну, давайте поговорим про то, чем вы занимались весь этот год. Потому что понятно, что там «Пятерочка», «Магнит» — это какие-то совершенно народные вещи, в том смысле, что всем понятно, что вы делали. Та сфера, куда вы пришли, логистика, чем вообще занимается Solers. Расскажите, какую отрасль вы осваивали весь 2020 год? Ну, вы знаете, группа компаний Solers – это большая компания с, прежде всего, индустриальными активами в автомобильной промышленности, а именно в российском автопроме происходит, да и не только в российском, на самом деле в международном, происходят очень большие революционные изменения, связанные также с цифровыми технологиями, телематическими продуктами, с появлением совершенно других паттернов потребления. Это каршеринги, уход от владения автомобилями. Это масса тестов, связанных там, с беспилотным вождением. То есть очень-очень невероятное количество одновременных революционных пилотов и трансформаций. С другой стороны, мы как группа также на них отвечаем. У нас мы очень активны, кроме наших традиционных автомобилей, сбор, производство, продаж готовых автомобилей, которые сегодня представляет группа. Это и УАЗ, и Форд, и Мазда, и Сузу. Мы, конечно, очень активно стали работать в IT-цифровых продуктах. Это CaaS или Car as a Service, машины как сервис, и LaaS, логистика как сервис, больше уже, если в одном случае это изменение системы владения и, собственно, вашего взаимодействия с автомобилем, то в другом случае это решение транспортных задач. И, по сути, сегодня логистика все больше и больше заменяет дистрибуцию, по сути, соединяя
напрямую, желающих напрямую общаться со своим покупателем поставщиков и, собственно, большой ритейл, в том числе онлайн-ритейл. Mm-hmm. Это знакомая сфера, понятная, потоки, изменения, цепочки поставок, планирование в цепочках поставок. Это, наверное, то, чем я там занимаюсь, живу и дышу, даже вплоть до первых стартовых бизнесов, которыми я когда-либо занималась. Это там IT-дистрибуция. Угу. То есть, по сути своей, вся моя карьера тем или иным образом с логистикой связана. Автомобилестроение, вот машины как сервис, это уже действительно что-то новое, интересное. Угу. И когда ты понимаешь, что это, так сказать, такие 360 градусов взгляд на транспортные средства, на их возможности, на для чего они, как их можно дистрибутировать, как можно ими пользоваться не так, как мы раньше привыкли. Это очень интересно, конечно, наблюдать, потому что видите, что происходит у нас, например, в больших городах, особенно там до пандемии это было видно, да и сейчас, когда действительно владение автомобилем и даже получение прав для молодых людей совершенно не является обязательным. Они по-другому решают свои вопросы мобильности. Да, все меньше и меньше. Меняется инфраструктура, появляются умные города. Все это в той или иной степени касается нашего бизнеса в Solers, и это, конечно, очень интересно. Если, опять-таки, посмотреть там, с точки зрения нашего YouTube-пользователя, все, что связано с автопромом в России, оно опутано большим количеством довольно застарелых мифов и чуть ли не анекдотов. Вы наверняка все это прекрасно знаете. Вот когда вы пришли в эту отрасль, как вы изнутри, не знаю, изменили или не изменили свое отношение? Насколько на самом деле сегодня все эти вещи в России прогрессивные, меняются, технологичными становятся? Ну, вы знаете, любая индустрия, особенно сложная индустрия, вообще машиностроение как таковое, не обязательно российское. Машиностроение, автомобилестроение, отрасли очень такие достаточно сложные, консервативные, традиционные. В них действительно есть свои собственные принципы, правила, процедуры, системы. И это достаточно сложные и долго меняемые системы, потому что, наверное, автомобиль – это самая сложная конструкция с точки зрения проектирования, внедрения новых моделей, поставщиков первого, второго, третьего уровня, опять же, цепочек поставок с этим связанными. Именно поэтому, когда ты работаешь в автопроме, ты быстрее видишь, например, влияние любых вот таких изменений цепочек по принципу домино. Но это не значит, что вообще ничего не происходит. То есть мы же живем все равно с вами в 21 веке, и никакая индустрия не может, ну, просто закрыться в коробочку и сказать, что у нас это не касается. Поэтому я бы сказала, что конечно, консерватизм есть, конечно, взгляд на потребителя такой непрямой у нашего российского автопрома, да и не только российского, традиционно привычно дистрибуция такая у нас связанная с несколькими цепочками. Мне кажется, что вообще любая индустрия меняется, когда туда приходят люди, которые, ну что ли, делают продукт, ориентируясь на себя тоже. Да, потому что когда ты делаешь что-то, не являясь потребителем этого, то, наверное, не можешь оценить качество этого продукта. Вы говорили, что вам всегда было очень важно, чтобы была diversity, чтобы были разные взгляды. Та команда, в которой вы работаете сейчас, есть ли здесь diversity, насколько вам комфортно вот в этой среде? Ну, вы знаете, я сейчас вообще в какой-то совершенно многократной diversity, потому что кроме группы компаний Solers с разными бизнесами, тут и машиностроение, тут целый блок IT-компаний, это совсем другие ребята. Я вообще один из сопредседателей нашего большого IT-комитета, получаю огромное удовольствие от регулярной работы вот с нашими IT-компаниями. Это логисты, которые вообще третьи со своими нюансами, потоками, взглядом на мир через призму как раз логистического потока как такового. С другой стороны, я же работаю еще с другими рынками. Работаю как член совета директоров других бизнесов. И это еще новые сообщества. И вот тот факт, что ты не фокусируешься на чем-то одном, пусть большом, таком глобальном, но вот
одном конкретном секторе, но дает невероятное ощущение жизни вокруг, возможности взаимодействовать с разными людьми, решать с ними совместно задачи. Так как у нас в Solars довольно много новых проектов и стартапов, а как вы сами, наверное, знаете, стартаперы и IT-компании, и с другой стороны стартаперы там, других направлений, они наиболее интересные команды из такого, наверное, максимум diversity во всем тоже, которые смотрят вперед, им все интересно, они готовы складывать кубики не так, как эти кубики были сложены раньше. Когда мы с вами встречались на десятилетии Forbes Woman, мы много обсуждали то, что вот одна из там, глобальных проблем, что в российских советах директоров практически нет женщин. Ну, в лучшем случае, там, одна женщина на 5 советов директоров. А вы, вот те советы, в которых вы сейчас участвуете, и вообще то, что вы видите, например, за последний год, изменилось ли что-нибудь? Как с участием женщин вообще в российском большом бизнесе? Вы знаете, я вижу много очень талантливых женщин, которые стараются это поменять. У нас есть и отдельные сообщества как раз независимых женщин в независимых советах. Да. Я очень с огромным уважением отношусь к своим коллегам, которые этим занимаются. Я считаю, что движение все равно есть. И, конечно, совет директоров, если, так сказать, это не просто какая-то формальная структура для институционального закрепления решения, которое перешил опять отдельный человек, а это реально действующая структура, то это тем более важно для акционера, для менеджмента получить разные взгляды. И я считаю, что с этой точки зрения женщины, так же, как и профессионалы, вообще люди с разным профессиональным и личным опытом, они, конечно, влияют на качество тех решений, которые советы принимают. Будем, лично сама я по себе стараюсь максимально продвигать эти идеи. Угу. Я не сказала бы, что за год карантина мы получили в этом вопросе прорыв. Когда эти вопросы обсуждаются на международных каких-то конференциях, часто возникает такой момент в дискуссии, что, например, женщину или представителя какого-то национального меньшинства ставят в совет директоров, потому что есть квота, да, то есть нужно поставить сюда женщину, здесь поставить представителя какой-то другой страны и так далее. У нас пока, я думаю, что нет никаких квот, и никто это не регулирует, но вот естественным образом это как-то получается, например, в те советы директоров, где участвуете вы, там кроме вас есть женщины? Вы знаете, в одном случае из трех в двух советах женщины есть еще. Ну, вот. И вообще мне очень приятно, вы знаете, иногда мне кажется, что мы друг друга притягиваем. Мы создаем среду, в которой другие могут тоже понять, что есть возможность самореализации, выражения, вырасти, принимать решения, отвечать за решения. Я считаю, что иногда нашим женщинам нужно вот такое какое-то со стороны комьюнити, со стороны вообще их собственных опыта и взгляда на мир, такой толчок, который объяснит, что да, это можно, это не, так сказать, не просто там мужской мир, в котором ты доросла до какого-то уровня, и дальше хороший операционный менеджер, ты каждый день стрижешь овцу для кого-то, но не можешь быть действительно стратегом. Есть же тоже такого рода заблуждение, что у нас стратегия – это только мужчина и женщина, они мелкой шкуркой шкурить, овцу стричь, Но это все набор заблуждений. Я считаю, что мы полны вообще всякого рода таких гендерно, культурно, религиозно странных и смешных на сегодняшний день шаблонов. Угу. А если их убрать, просто надо относиться к человеку как к личности. Угу.
И я считаю, что меня лично, очень личности интересует абсолютно вне зависимости от такого рода характеристик. Но вот я говорю, что мы получается, притягиваем сильных девушек, женщин в то, чтобы они больше и больше участвовали в такого рода мероприятиях. Мне mm-hmm. это приятно видеть. Конечно, но с другой стороны, есть и другие примеры, где у нас там по... 7, 9, 10 таких суперкостюмов заседают. Мне кажется, что они, вы знаете, бывают... у меня был все-таки за 25 лет работы опыт наблюдения качества дискуссии, качества работы, советов, в том числе изнутри, со стороны менеджмента. И когда в отдельных случаях ты видишь, что вообще ноль контента, происходит процесс, как выражается один мой знакомый, коллективного непринятия решений. Вот. Это, мне кажется, бывает очень часто встречаемая история, когда мы посадили клонированных экспертов, они друг с другом в целом соглашаются, длинно высказываются, но дальше не решаются пойти куда-то и поддержать стратегию или развитие в компании. Наше с вами тогда интервью, которое, в общем-то, планировалось как бизнесовое о вашем уходе из «Магнита», вдруг совершенно неожиданно для нас, для всех, стало таким невероятно вдохновляющим для очень многих женщин. Его цитировали, на самом деле, непонятно, в бизнес-сообществе, но ровно настолько же, насколько оно было цитировано в бизнес-сообществе, его разорвали на цитаты женщины. И это была действительно какая-то невероятная бомба, и вы стали, в общем, таким примером очень сильной, смелой женщины, которая приходит в отрасли, которые изначально вообще к женщинам не были обращены. А в этом смысле, после нашего того разговора, в вашу жизнь эта женская повестка пришла? Не знаю, стали ли вы больше участвовать в каких-то конференциях? Что с вами происходило в этом смысле? Ну, вы знаете, я хочу вам только вот лично сказать большое спасибо, что мы с вами так разговорились, так сказать, потому что у меня как-то было, я тогда тоже с вами делилась этим, накопилось определенное понимание, что нельзя уже вот замалчивать эту ситуацию, что есть особенно в таких B2C очень сильно представленном количеством женщин ситуация, когда женщины не растут, им не дают, они не дают себе сами и так далее. Действительно, за этот год пришлось много пообщаться, в том числе там, с молодыми девушками каких-то цифровых компаний, традиционных компаний, потому что действительно такая повестка оказалась востребованной. И вы знаете, я считаю, что это очень важно. Действительно, менять мир через молодежь, через изменение их собственного восприятия, что возможно, что невозможно, какие движения продуктивные, непродуктивные, ломать стереотипы, потому что эти стереотипы все равно приходят из нашего прошлого, из наших каких-то нюансов воспитания. И если, как часто говорят наши коллеги в женской повестке, что нам нужно воспитывать мам мальчиков, чтобы они правильно ориентировали именно мальчиков на то, кто они такие. Так сказать, чтобы у нас, как мама мальчика, вам, маме мальчика, могу сказать, что я уверена, что наши дети как раз будут очень open-minded. Но чем больше у нас такого восприятия у самих, чем больше мы передаем нашим детям вот этой идеи свободы, равенства, действительно интересных людей с точки зрения того, что они должны быть разными. Это очень, мне кажется, важная история. И я в ней действительно стала гораздо активнее участвовать. Определенный триггер, что ли, сработал. И я с удовольствием в такого рода повестке действительно принимаю участие, разговариваю с разными прекрасными, талантливыми, способными женскими аудиториями, которые хотели бы вырасти в своем бизнесе и вырасти через себя самих, через свои собственные стереотипы. Почему я очень рада, что мы на Ютубе? Потому что очевидно, что все равно аудитория даже нашего серьезного канала Forbes и Forbes Woman все равно молода.
И мне кажется, что ваша история, она для многих может быть очень вдохновляющей. Я, например, когда, готовясь к нашему интервью, перечитывала вашу биографию, я поняла, что вы, даже, по-моему, еще не закончив университет, уже или только закончив, в 90-е уже руководили представительством одной из крупных компаний. Как это вообще произошло? Как вы в таком юном возрасте уже сразу занимали руководящие посты? Ну, вы знаете, я училась на социологическом факультете МГУ, и у нас вообще традиционно там третий плюс курс начинал работать в области сначала социологических исследований, потом был очень... Это первая волна была маркетинга, появление Нильсона, появление компаний, которые занимались как раз мониторингами, опросами потребителей тех или иных сегментов, и я стала работать именно в этом направлении, как там супервайзер групп, работающих с Москвой, с Питером. И перемещаясь между Москвой и Питером в этот период, я просто в поезде Москва-Санкт-Петербург познакомилась с руководством одной из консалтинговых компаний Питера, которые занимались инвестиционным анализом, определенными продуктами, оценкой бизнеса. И мы, разговорившись, поняли, что, с одной стороны, что они понимали, что им уже нужно выходить в Москву, с другой стороны, у них как раз блок именно маркетинга, то есть не просто инвестиционные оценки, финансовые составляющие, связанные с оценкой бизнеса, а именно маркетинговая, клиентская часть отсутствовала. И вот мы начали работать, и это просто получилось таким естественным образом, что я просто помогла им открыть это представительство. Дальше, начав там работать, стала работать на IBS, и в рамках работы на IBS пошла в их стартап, так сказать, IT-дистрибутор. Вам было сколько? 20? Ну, мне было 20, ну, вы знаете, я давно... Меньше 25 лет. Меньше 25. 24, может быть. Вы знаете, был такой период, 90-е годы, определенный, в которых ты просто вот, ну, не думал, оказавшись в среде. Это и социология, и новые мониторинговые идеи, и оценка бизнеса, IT. Я защищала тогда диплом в области в IT, в маркетинг в IT. Это был вообще маркетинг в IT в 90-е годы. Ты считал, что вообще тебе можно все. То есть это невероятное, полное, так сказать, открытие любых возможностей, потому что мы все делали с, ну, абсолютно с нуля. Такого рода бизнесов, такого рода там систем не существовало, не было бенчмарков, да, но, с другой стороны, пожалуйста, это очень-очень раскрепощает. И ты не думаешь, 24 тебе года, 23, с чем ты придешь, ты просто идешь и делаешь. Это такая, ну, на мой взгляд, очень огромный позитивный фундамент, который мне лично помог дальше двигаться вперед с гораздо меньшим количеством барьеров. Просто это действительно хороший опыт. Вы тогда занимались IT и технологиями, что, в общем, тогда казалось, ну, таким очень отдаленным будущим на самом деле. Что вам позволяло тогда верить, что это действительно будет самым главным направлением вообще ближайшего будущего? Как вы... почему вы рисковали тогда? Вы знаете, я органически, с одной стороны, математик, у меня там родители математики, как раз механикой занимаются, а с другой стороны, гуманитарий. И меня все время, хотя я все время хотела соединить социология, маркетинг, меня все равно двигали в сторону, так сказать, цифры и математики как таковой. Вот именно новые IT-продукты, инструменты, так сказать, оборудование даже, вообще все, что связано с IT-сектором, меня просто привлекало как самый интересный такой сектор и продуктовый сектор, просто потому, что он совмещал в себе вот органическую любовь к цифре в преломлении, с другой стороны, с гуманитарными науками и возможностью как раз думать про клиента, про рынок, работать с продвижением. Это было очень интересно. Вот. И я не думала, честно говоря, и не думала тогда, что это будет вот действительно... Ну, то есть я не воспринимала в 24-25 лет, что это индустрия будущего.
Просто мне она нравилась. Мне нравилась цифра, там был драйв, там были правильные люди. Ну, это просто было действительно интересно. Мне кажется, что сегодня вообще один из главных вопросов, который волнует управленцев, так как сегодня все завязано на технологиях, а технологии делают люди, ну вот именно руками делают люди всегда такого специфического характера, айтишники. Это айтишник, это почти как диагноз, в хорошем смысле. Как с ними работать? Вот вы тогда поняли, собственно, как можно так управлять компанией ребят, которые кодят, чтобы они делали эффективный продукт. Тогда я все-таки работала в, так сказать, скорее дистрибуции и логистике, чем в среде с ребятами, которые кодили. Но для меня это близкие люди, я их понимаю, я такой переводчик. Эти 25 лет я постоянный переводчик с бизнесового на айтишный и обратно. Вот у меня, ну, знаете, бывает такая органическая любовь к языкам как каким-то. Вот, ну, у меня бывает тоже понимание чужого языка, хотя ты его не знаешь. А вот здесь это действительно просто в силу опыта, в силу необходимости решать те или иные задачки, внедрять системы. Тогда мы просто, ну, опять же, с нуля в свое время там внедряли разные системы и модули. Я в этом участвовала сама лично, мне было это интересно, было понятно. Дальше ты учишься, и весь этот язык становится для тебя очень нормальным и естественным. И дальше, я не знаю как, мне кажется, это прекрасные люди. Нет никаких проблем с ними работать. Они, наоборот, интересные. Это часть нашего diversity. Это безусловно. А с кем проще работать? С ребятами из IT или с ребятами из Череповецкого завода? Ну, это просто разные люди. Знаете, как, возвращаясь к нашей любимой теме diversity, люди разные, они разные, в них есть разные плюсы и минусы. Региональная тяжелая индустрия, в ней больше, конечно, консерватизма, в ней больше таких династий, особенно вот когда это действительно небольшой город, больше традиций, привычек делать не только технологические процессы, но и операционные, производственные, там, коммерческие и бизнесовые тоже таким вот близким к советскому госплану методом. Но мне как раз повезло с Череповцом, потому что в этот момент, когда я туда попала, это был период активной трансформации. Команды, так сказать, консалтинга из McKinsey работали и на комбинате, и на сталепрокатном заводе. И у нас были довольно отобраны прогрессивные молодые ребята, у которых горели глаза поменять, в том числе ту индустрию, в которую они попали, в которой работали их родители. Поэтому это было время, в которой именно руководством Северстали, там, Алексей Александрович Мордашов сам как бы был идеологом изменений. Это, мне кажется, очень важно, потому что, так сказать, в результате вот все эти действительно традиционный сектор стал меняться, и мы меняли все направления, начиная от, так сказать, так называемой тотальной оптимизации производства, то есть, так сказать, внедрением производственных систем, до коммерции и маркетинга, которой я начала заниматься там, перестраивая всю систему сбытовую, так называемую, Череповецкого сталепрокатного завода. Я не могу не вспомнить историю, когда вы, молодая, высокая, красивая девушка, вам еще не было, по-моему, 30, зашли в этот, к этим суровым парням на заводе. Для вас тогда это был риск? И как вы спустя время оцениваете ваше тогда решение присоединиться к работе на Череповце? Ну, знаете, был риск вообще принять предложение уехать вахтовым методом, работать в регион. То есть вот, ну, вся эта идея, она была такой... Ну, выглядит вообще страшновато. Но я бы сказала, что для меня это был внутренний челлендж. Ну, а почему бы вот, ну, действительно такие задачи, такая большая история, понятные люди, которые хотят поменять, хотят развития этого бизнеса, почему не попробовать? У меня был вообще драйв именно пробовать что-то. У меня до сих пор, на самом деле, есть драйв пробовать что-то новое, но уж когда тебе там меньше 30 лет, ты как бы... Ну, если есть возможности, ты ими пользуешься. И вот
Поэтому глаза боятся, руки делают. Вот, кстати, про вахтовый метод, потому что, несмотря на то, что мне кажется, что тема вот этого совмещения семьи и работы для женщины уже как-то уходит на задний план, все-таки у нас сегодня есть много возможностей, в том числе технологических, и как показал карантин и пандемия, теперь вообще можно половину вещей делать, не отходя от ребенка. Но вы тогда, насколько я помню из нашего разговора, огромную часть времени проводили, собственно, на работе и домой приезжали только на выходных. Вот как вы сейчас на это смотрите? Что вам тогда давало такой стимул такого рискованного совмещения семьи и работы? Вы знаете, это тоже вопрос, кому что нравится, у кого что, кому что кажется более удобным. Я считаю, что, конечно, не для всех, но лично для меня вахтовый метод – это прекрасный как раз механизм работы, совмещения работы и семьи. Почему? Потому что очень четкая граница. То есть вы улетели, полностью погрузились там, полностью абсолютно на 200% в работу, в процессы, в изменения. Прилетели обратно, вы полностью в семье. У вас просто вот ярко выраженные границы личного и рабочего пространства. Вы сейчас вспомнили про пандемию, и вот тут как раз я бы сказала, что та ситуация, в которой мы все оказались на дистанционной работе, активно начали работать дома с семьей, привело, я очень много вижу таких примеров, да и по себе даже тоже, к тому, что мы стали работать гораздо больше, фактически 24/7, и грань между рабочим и личным пространством вообще исчезла. Да. И многие мои знакомые отмечают, что это как раз минус дистанционки, когда вы как просто все время на работе. Я бы сказала, что вот вахта, она, я вам хочу сказать, ничуть не лучше, чем дистанционка. Ну, мне кажется, что сегодня мы все уже действительно в таком постоянном миксе работы и, ну, то есть работа – часть жизни, жизнь – это работа. Мне кажется, что мы потеряли возможность отключить на выходные рабочий телефон и просто там заниматься детьми все выходные. Вот у меня так не получается. У вас получается? Не, ну сейчас-то у меня получается как раз, как и у вас, дистанционно работать 24/7. Поэтому, да, я согласна. Конечно, коммуникационные средства, вообще активности, мобильные устройства, которые нам со всех сторон сообщают, что тебе кто-то что-то написал, надо решить этот или другой вопрос, они, ну, 25 лет назад, у нас просто не там 20-15 лет назад такой инфраструктуры просто не было. А с другой стороны, жизнь гораздо быстрее. Сейчас, да, мы так, чтобы полностью отключиться, нужно куда-то там на гору уехать, в тайгу, наверное. Вот есть ребята, ездят на рыбалку в тайгу или, так сказать, на Камчатку к медведям. На Алтай. В этом году все поехали на Алтай. Есть много прекрасных мест, куда поехали тоже люди в рамках внутреннего туризма, но в этот период все отключено, ты как бы куда-то идешь в гору, в море и так далее. В обычные выходные, конечно, коммуникации есть, но я сторонник все-таки, если ты правильно, эффективно организовал бизнес-процесс, только суперсрочные вопросы требуют такого вот личного внимания в выходные. Больше для выходных, сейчас у меня больше там зоны консалтинга, прочих проектов. Там, ну, то есть тоже работа. Это тоже работа, но это такая зона развития личности, как угодно, потому что далеко не все вещи, когда ты начинаешь заниматься проектом, отвечаешь на вопросы, к тебе приходят интересные люди с новой задачей, это прям сразу бизнес. Это может быть просто диалог, ты получаешь новые знания, может быть, даже и отрицательный результат. То есть просто мне приносят, в принципе, далеко не только мы все обсуждаем ракеты, которые полетят. Некоторые как раз, ты вот их со всех сторон рассматриваешь, понимаешь, что эта рыба не полетит никуда, она как бы плавает, она не умеет. Это просто на самом деле саморазвитие в определенной степени. Но вот так, чтобы операционка заниматься в выходные, мне кажется, это все вопрос постановки бизнес-процессов и систем. Если
прошел процесс тёрнараунда, есть уже нормальная команда, выстроенные взаимодействия, все, в принципе, работают в рабочее время. Как вы себя, если мы заговорили про саморазвитие, сохраняете в бизнес-тонусе? Потому что, ну, кажется, что у вас уже столько было за вашу карьеру таких тяжелых челленджей, вы смены отраслей. Вот как вы остаетесь в актуальной повестке? Вы как себя стимулируете? Вы знаете, мне просто очень интересно не только жить, но и работать. Мне интересно менять мир. Понимаете, у меня такой к этому реальная потребность. В этом мое хобби. Хорошее хобби. Мне просто интересно работать. Мне совершенно не важно, и эта отрасль, другая. Мы живем в мире потребителей, причем и B2C потребителей, консьюмеров, и B2B бизнес-потребителей. Это все равно огромная масса возможностей сделать что-то для клиента того или иного сектора, другое, быстрое, более правильное, с дистраптив идеей. Это, вы знаете, это невероятно интересно менять мир. И в том числе взаимодействовать с людьми другими, которые могут менять этот мир. Потому что за вот мои 25 лет карьеры, конечно, у меня сейчас очень большое количество ребят, с которыми мы вместе построили одну бизнес-команду, другую, третью. Они тоже начали куда-то двигаться, они задают вопросы. Сейчас уже нету между отраслями, между индустриями, нет такой яркой границы. Мы все время, мы просто решаем задачи потребителя, которые состоят из кубиков разных технологических, операционных, организационных историй. Мне кажется, что сегодняшнее решение... Очень многие находятся как раз на стыке отраслей. И если ты не зашорен тем, что это вот я здесь, и у меня такое туннельное мышление, вот, а готов просто решать задачу, просто вот ее покрутить 360 градусов и найти просто решение любыми логическими, технологическими, цифровыми и просто человеческими средствами. На мой взгляд, это очень интересно. Вот, кстати, про потребителя, раз уж вы стоите на его стороне, последнее время очень много во всех текстах про изменение положения женщин в разных отраслях говорят, что тут один из триггеров для этого изменения как раз то, что потребитель, вернее, человек, который принимает финансовое решение в той же семье, в 70% случаев это женщина. И что вообще 70% потребителей всего это женщины. В этом смысле ваш взгляд со стороны потребителя, он как-то меняет те сферы, где вы работаете? То есть вы как-то, ну вот этот женский взгляд на продукт привносите в те места, где вы работаете? Не уверена, что у меня такой женский взгляд. Мне всегда скорее говорят, что он у меня мужской. Ну, потому что он рациональный, менее эмоциональный. То есть я, объективно говоря, таким, как принято говорить, мужским стилем поведения и мышления. А вы думаете, есть разница? Не знаю, так говорят. Я, честно говоря, я считаю, что это просто галимый стереотип. Это, ну, как на все остальные истории. Да. Я сейчас бы сказала немножко про другое, что я действительно клиентчик. Я считаю, что всегда на мир нужно смотреть через призму, зачем это ему нужно. Что клиент решит, как ему помочь сделать задачку быстрее, лучше, дешевле, вкуснее, эмоциональнее. Ну, то есть, как максимальное количество ценностей передать в минимальную единицу времени, будем так говорить. Это очень важный взгляд сам по себе. В России объективно, ну, во-первых, в принципе, отношение к потребителю, вообще к человеку как таковому, к потребителю за 80 лет советской власти было, ну, совсем не такое. Вас много, я одна, ну, как бы будете жрать, что дают, да, то есть это просто, ну, в результате сформировалось несколько поколений общества продуктовиков, скорее, то есть создателей каких-то штук, которые сами по себе ценные. Вот эта вот психология именно продуктовика, когда ты делаешь улучшение или придумываешь штучку-дрючку какую-то, которая, ты в нее вливаешь свое понимание, какая это замечательная вещь, не думая на самом деле, что нужно, кому она нужна.
реально ли есть, какие потребительские свойства, они есть, чем они лучше, хуже других. То есть, на мой взгляд, вот это клиентское восприятие мира, оно, это как раз восприятие мира 21 века, да, когда мы все находимся в омниканальном пространстве, и мы решаем задачи. У нас появляется поколение, которое не настолько брендозависимое, они не зашорены. А это работает вот в России, тем более вы сейчас, часть вашей работы связана с автопромом, которая кажется, по крайней мере, со стороны такой довольно консервативной истории. Вас в этом смысле слышат? То есть бизнес готов меняться в сторону клиента, а не просто зарабатывать на нем деньги? Ну, вы знаете, просто, на мой взгляд, очень сложно плевать против ветра, не обращая внимания, что такая среда. Это точно ни к чему хорошему не приведет. Так сказать, ну, многие технологические интересные компании, собственно говоря, ну, закончились уже сейчас, потому что просто они не слышали, как меняется мир и как меняется потребность. То есть это, на мой взгляд, любая сильная компания, которая хотела бы быть и лидером своей отрасли, и быть лучше самой себя, она думает, что для кого она будет работать завтра. Это очень важная история. Поэтому совсем не игнорировать действительность невозможно. Конечно, есть немало людей, которые пытаются это делать, потому что так просто проще залезть в коробку, эмоционально в том числе. Но, наверное, я думаю, что слышит. Я очень такой активно-агрессивный клиентчик, который всегда говорит: нет, зачем, это те же самые потребители, посмотрите, мы к ним подошли с этой стороны, с этой, давайте мы им можем предложить все вот эти продукты, если они решают не такую задачу. Ну, вот в нашем случае это очень интересно, потому что мы группа, которая с одной стороны занимается транспортными средствами, а с другой стороны транспортными задачами. Что вы для себя поняли за этот наш сложный 2020 год? Сейчас все как-то его пытаются осмыслить и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения, не знаю, своей жизни. Что он вам дал? Вы знаете, я думаю, что 2020 год мы все с вами под елкой 31 декабря будем осмысливать, но пока он не закончился. Вот, я бы сказала, что... Но новый бизнес-год же уже начинается сейчас, поэтому... В него мы как-то входим. Так, мы по-прежнему продолжаем осознавать, как мне кажется. Угу. Понятно, что у нас настолько ускорилась жизнь, что мы зачастую уже видим, что будет дальше. Да. Но в данном случае, мне кажется, что это хороший год, который показал многим, что ты не знаешь, что... Ну, то есть может произойти некое событие, там, метеорит, ковид, ну, там, да, тайфун, еще какие-то истории. То есть они привнесут в среду абсолютно новую реальность и новые подходы, привычки. С другой стороны, поломав традиционные. Из того, что я вижу, в этом году поменялись взаимодействия людей и их готовность к цифровому взаимодействию, к дистанционным, вообще разного типа контактам. То есть то, что часто не работало, сегодня работает, это все возможно, это ускоряет определенные контакты. С другой стороны, в этот же период времени поломалось огромное количество цепочек ценностей, будем так говорить, и потребовались новые взгляды на то, что как быстро собрать цепочку поставки, как поменять вообще те направления, решения, которые были раньше, они раньше работали. Вообще, это хорошее время перемен, которое одновременно дает возможности, которые просто вот мобилизуешься, пытаешься понять, что будет происходить, а дальше начинаешь действовать. И это действительно время, ну, если ты не боишься реальности, то значит, ты будешь в ней по-прежнему созидать. Что вам помогает не бояться реальности? Судя по всей вашей карьере, вы ее никогда не боялись.
Это индивидуальное свойство характера. Я вообще, в принципе, ничего не боюсь. У меня такое пониженное чувство страха. Вот и все. Это мне в этом в определенном смысле везет, но с другой стороны, оно дает свободу, оно дает возможности действительно действовать так, как я считаю правильным, высказывать мнения, те, которые, на мой взгляд, эффективны, слушать других людей, вообще, ну, смотреть широко на мир открытыми глазами. Нас просто все время спрашивают наши читательницы про карьерные советы. Мне кажется, что ничего не бояться – это отличный карьерный совет, просто лучший. Ольга, спасибо огромное. Как всегда, с вами очень интересно. Я надеюсь, что все перемены будут только к лучшему в этом году. Желаю также и вам, чтобы все перемены в конечном итоге были позитивны, и чтобы мы просто воспринимали любые все эти истории как новые этапы, как новую реальность, в которой мы теперь будем жить, и это будет еще интереснее предыдущей. Спасибо, что были с нами. Это был Forbes Woman. Подписывайтесь на наш канал, а еще слушайте наши подкасты. Например, я веду подкаст «Тандемократия», где мы изучаем, как люди работают в тандемах и строят бизнес.